Головин, ЦСКА постарается не упустить возможность сократить отставание от Локо. 1 апреля 2018 года, 11 часов 25 минут, футбол, РФПЛ. Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от матча с Ростовом. В 24-м туре РФПЛ будет непростой матч. С ростовчанами всегда сложно играть, тем более мы очень давно не выигрывали в Ростове, а им нужны очки, чтобы не попасть в стыки. Но нам выпала возможность сократить отставание от «Локомотива», и мы постараемся ее не упустить, цитирует Головина пресс-служба ЦСКА. Матч Ростов-ЦСКА состоится сегодня, 1 апреля, начало в 19 часов МСК. Чемпионат проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, источник, официальный сайт ПФК ЦСКА. Сообщить об ошибке комментарии 01 апреля 2018 года.